техники, техники, техники. Хочется на самом деле, чтобы закрепилось, максимальной пользы провели это время. Пускай там одна-две, но закрепится. Шамсуни, можно тебя? Техника Caesar Sweep такая классическая, да, и белых поясов с нее обучают. Но на самом деле отсюда можно целый такой комплекс опций развить, даже опытному джитсу, начиная от булкура. Если правильно будете работать, именно action-reaction, да, действие-противодействие, работать от соперника. Мы сейчас работали, когда соперник все время прессинговал, да, там начинал грузить ноги. Но есть такие ребята, у которых мощные спины, и они вот на этом отвороте, когда вы ножку ставите, могут выпрямить спину и вас приподнять вместе. Поэтому очень важный нюанс, нога вот тут должна быть, не вот тут. Так вы, опять же, не мобильны. Вот тут. И вот отсюда он не прессингует, он начинает от меня дистанцироваться наоборот. Дистанцироваться. Вот тут я вот этой ножкой должен немножко толкнуться. Вот куда выходить. Голова уже есть? Есть. Четыре? Я вот так говорю. По три. Да, когда осанку выпрямляет соперник, ножку между вами выставляет. Раз, два, и начинает. И он вот, посмотрите, ножка, я упираюсь ему в таз и отталкиваюсь. И вот такой S-mount делаю, получается. Да, тут я его держу, чтобы он, чтобы вот это натяжение получилось. И он аж прям выпрямляет взгляд вверх, будет в спину. Я... Есть два балла? Да. Точно? Если судья не дал этот момент 2 балла, можете остановиться на него, посмотреть и вот так сделать. И вот тогда даст предупреждение. Нет, нет. Я, кстати, Фабио предъявил уже на ICB. Он извинился, говорит, я ни за что тебе не дал. Я говорю, я же тебе могу жесты показывать? Говорит, можешь. Я говорю, а что ты мне дал пенальти? Он мне, знаешь, что сказал? Ну ты же выиграл, говорит, все равно. А если бы я твой пенальти проиграл бы в финал? Жесты любые можно показать? Нет, не любые. Только любябельные. Разяли. Ребят, сейчас верхний обязательно правильно подыгрывайте. Максимально старайтесь дистанцироваться и выпрямить осанку. Нижний начинайте медленно. Вы начали тут, видите, у него появилось расстояние, гарды закрыты. Не лежите, да, мы за ним встаем. Вот так с этого положения вы более мобильны, да? Вы можете отползти. Только отползли на локте и на тазу. Да? Чуть-чуть дистанцировался я и головой вперед. И, ребят, когда вы его будете класть, не на колени, кладете, нога сюда сразу ходит. Вот так вставать на соперника, вот так вот не надо. Треугольник, забейший. Что по кайфу зайдет? Да. Когда встаете на соперника, коленочку сразу подносим к нолику. Осанку выпрямляй. Подгрузить вот тут. Еще натяжечку дайте, чтобы он не легся, комфортно в гарде чувствовал, чтобы если что, в движении могли начать проходить гард, да? У вас есть отворот, подгружайте коленом туда, отворот на себя. Можете опытный завершать. Окей? Окей. Раз, два.